Приятного аппетита, юная леди. Я тоже хочу бургер. К сожалению, бургеры закончились. Что? Это возмутительно. Отдай бургер, малявка. Но это мое... Теперь нет. Хорошая девочка. А теперь иди. Мисс, верните бургер. Немедленно. Помогите. Нельзя бежать, маленький. Я просто хочу есть. Как я вас понимаю? Угощайтесь. Леди Баг, ты мой герой. Суперкот, ты очень вовремя. Вы меня спасли. Спасибо. Фух, это было непросто. Леди Баг, мы команда. Самое лучшее. Мы справимся с любым злодеем. Я такой голодный. Сэр, а у вас есть деньги? Конечно, нет. Я вызову полицию. Только попробуй. Помогите. Я это забираю. Мне повезло. Зло не дремлет. Тики, давай. Малышка, я спасу тебя. Это ты обижаешь ребенка? Все кончено. Вы уверены? Руки вверх. И не мечтайте. Котоклизм. Ой, ой. Ты проиграл, негодяй. Сдавайся. Мне уже пора. Забудь про это кафе. Иначе отправишься за решетку. Вы супер. Мы стараемся. Этот город под защитой. Отличная работа, котик. Как насчет свидания, миледи? Упс, извини, я жутко опаздываю. Почему ты меня не замечаешь? Суперкот, ты где? Странно все это. Адриан, я скучала. Привет. Маринет, пранк был что надо. Я старалась. Пасуй! Прямо в яблочко! Я вам не помешаю. А ты что здесь делаешь? Это наше место. Я просто хотел пообедать. Ничего не выйдет. Верните! Не надоело быть неудачником. Поищи себе другую школу. Помогите. А это мы забираем. Ха, спасибо, неудачник. Кто-то в беде. Мы должны помочь. Хорошая идея. Не может быть. Маринет, это ты? Как я сразу не догадался. Адриан, я и подумать не могла. Но сейчас у нас важная миссия. Мы же супергерои. За мной. Мы справимся. Ты совсем один неудачник. Ну уж нет. Леди Баг. Ха, и Суперкот. Вы доигрались, ребята. Ничего у вас не выйдет. Миледи, твой выход. С удовольствием. Прости, приятель, больше не увидимся. Идеальная победа. Ты в безопасности. Они съели мой обед. О, купи себе самый вкусный бургер. Спасибо. Леди Баг, ты была великолепна. Ты тоже. Долой маски. С этой минуты никаких тайн. Я люблю тебя. Вместе, навсегда. Что? Я не проспала? Сегодня отличная погода. Адриан, мы скоро увидимся. Но мне нужно подготовиться. Красивая улыбка – залог успеха. Ага. Как я выгляжу? Мне нельзя опаздывать. А где мой супергеройский завтрак? Пусто. Но выход есть. Позавтракаем в кафе. Доброе утро, мир. Тики, нам пора в школу. Адриан, ты лучший. Мы созданы друг для друга. Увидимся на математике. А что сегодня на завтрак? Ничего. Крекер тоже сгодится. О, хуже не бывает. Мне нужен супергеройский план. Тики, поможешь? Тогда за мной.
Леди Баг готова к приключениям. Но у супергероя должна быть красивая прическа. Проще простого. А теперь чистить зубы. Ага. Ослепительная улыбка. Как же я проголодалась. Пора завтракать. Но есть одна проблема. Супергерою нужно подкрепиться. Значит, идем в кафе. Что бы сегодня надеть? Это точно понравится Адриану. Тики, ты со мной? Почти готова. Вперед! Что желаете, мисс? Фирменный завтрак, пожалуйста. Приятного аппетита. Не терпится это съесть. Неужели это Адриан? Камера, мотор. Это лучшее ризотто в городе. Вы обязаны его попробовать. Какой же он красивый. Пицца закончилась, но я хочу есть. Господа, кафе закрыто. Эй, тебя мама не учила делиться? Отдавай пиццу. Помогите, кто-нибудь. А вот и работенка для супергероя. Сэр, это вопрос жизни и смерти. Конечно, мисс. Тики, давай. Я готова спасать мир. Насекомым нельзя в кафе. О, как невежливо. Леди Баг, перекусим? Нам некогда, котик. Я всегда найду время для вкусного ризотто. А теперь за работу. Договорились. За мной, Леди Баг. Теперь это наша пицца. Отдавай. Иначе тебе конец. Леди Баг, где ты? Лучше сдавайтесь. Обед отменяется. Вы слышали? У меня аллергия на котов. Ах так. Подумайте над своим поведением. Все в порядке, дорогая. А вы арестованы. Поможет, не надо. Тогда ведите себя хорошо. И больше без глупостей. Обещаем. Обещаем. Не возвращайтесь сюда. Никогда. Мы опять победили. Леди Баг и Суперкот, вы такие храбрые. И мы начинаем урок. Кто решит эту задачку? Конечно, я. Динозавры жили 200 миллионов лет назад. Адриан, отлично. Маринет, не спать на уроках. Я люблю тебя. Ужасное поведение. Маринет влюбилась. Кто же этот красавчик? Кто же этот счастливчик? Останешься после уроков. Что? Где? Я просто... Продолжаем урок. Опять двойка. Маринет, это был пранк века. Мистер Кевин так разозлился. На старт. Внимание. Марш. Оуч. Упс. Ура, я победила. Это нечестно. Ты же девчонка. Мы тебе покажем. Помогите. Ты это слышал? Извини, у меня дела. Ха, и у меня. Лак, когти. Тики, давай. Адриан? Маринет? Не могу в это поверить. Леди Баг, это судьба. У нас важное дело, не забыл? Тогда скорее. Отдай свою медаль, ты ее не заслужила. Что это? А вот и мы. Кому нужна помощь? Отпустите Мэри. Она выиграла честно. Герои, вам здесь не место. Это мы еще посмотрим. Леди Баг, я хочу быть похожей на тебя. Супергероем может стать каждый. Леди Баг, больше никаких тайн. Договорились. Я люблю тебя. Нас ничто не разлучит. Я буду первым. И не мечтай. Уроки это слишком скучно. Спорт намного интереснее. Эй, ты, в этом мне... Конечно, неудачник. Это наша территория. Я тут просто читаю. Ты доигрался. Это моя любимая книга, только без глупостей. Стоп, игра. Объявляется перерыв. Еще чего? С нами лучше не спорить. Иначе пожалеете. Нас не испугаешь. Сейчас и узнаем.
Как вам такое? Вот твоя книга, приятель. Лучше бегите. Вы еще пожалеете. 1-0 в нашу пользу. Чистая работа. Вы настоящие супергерои. С тобой мне не нужна маска. Согласен. Кажется, мы опаздываем на свидание. Что-то не так. Кажется, началось. Том, у меня болит живот. Дорогая, ты просто проголодалась. Приятного аппетита. Только не сейчас. Том, убери это. И срочно в больницу. Доктор, помогите моей жене. Мне плохо. Мамочка, без паники. Ребенок вот-вот появится на свет. Вы справитесь. Папочка, не мешайте. Поздравляю, у вас девочка. Она чудо. Маленькая букашка. О, какая милая. Добро пожаловать в семью, Маринет. Девочки, нам пора домой. Уже не терпится. Мы станем лучшими родителями. Малышка, добро пожаловать. Тебе здесь нравится? Что это с ней? Кажется, она плачет. Господа, ребенок просто проголодался. Как мы сразу не догадались. Приятного аппетита, дочка. А еще детям нужно менять подгузники. Дорогой ты гений. А теперь спать. Привет, мир! Кому-нибудь нужна помощь супергероя? Но для начала белоснежная улыбка. Пью-пью! Прячьтесь, злодеи! Вам не сдобровать, а как вам такое? У этого города есть герой. Меня не победить. А теперь пора в школу. Собираемся. Встречайте, Леди Баг. Только она немного устала. Леди Баг опять к доске. Что? Где? Я не сплю. О, это математика. Скучнее не бывает. Извините, я не опоздал. Леди Баг, помощь уже близко. Лови. Как раз вовремя, суперкот. Мисс Пенни, я знаю ответ. Умножаем, делим, а потом вычитаем. Ага. Легко. Леди Баг, это пятерка. Спасибо, суперкот. Ты настоящий герой. Сейчас посмотрим, кто здесь чемпион. Опять ты за свое, Райан! Вот что значит футбол, Синди. Руки вверх, негодяй. Больше никакого футбола. Это же просто шутка. Леди Баг, спасибо. Это моя работа. Леди Баг, это было супер. Ты лучшая. Это судьба. Мы должны работать в команде. Это утро будет особенным. У меня есть сюрприз. Леди Баг, ты выйдешь за меня. Я так долго этого ждала. Вместе навсегда. Я люблю тебя. Свадебная вечеринка была что надо. И мы получили столько подарков. Перекусим? О, мне нехорошо. Дорогая, что случилось? Сейчас вернусь. Я должна кое-что проверить. Так, так, посмотрим. Ребенок? Букашка, все в порядке. Суперкот, мы станем родителями. Йо-хо! У нас будет малыш. Чем сегодня займемся? Почему бы не поплавать? И
идеально. Ваш молочный смузи, сэр. Спасибо, Эвальд. Вкусно. О, нет, кто-то в беде. Мы должны помочь немедленно. Господа, только не забудьте это. Суперкот, вперед! Зло не пройдет. Любимые, подвиги отменяются. Ты должна заботиться о малыше. Ой, я и правда устала. Леди Баг, вам пора в больницу. Мэм, что с вами? Все ясно, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Поздравляю, у вас девочка. Привет, Эшли, я твоя мама. А я твой папа. Добро пожаловать в семью, Эшли. А сейчас спать. Ты кое-что забыл, папочка. О, она прелесть. Ой-ой, она плачет. Уже бегу. Эшли, ты проголодалась? Тише, тише, детка. Воспитание – это просто. Эшли, пора вставать. Не забудь позавтракать. Приятного аппетита. Ты не забыла? Сегодня экзамен. Нам нельзя опаздывать. Ага. У тебя все получится, дорогая. Мамочка, я справлюсь. А вот и я. Начнем? Проще простого. Обожаю балет. Эшли, у тебя настоящий талант. Ты заслужила эту награду. Мама, только посмотри на это. Я всегда в тебя верила, дорогая. Решено, я буду играть на сцене. Все кончено, красотка. Принц, где ты? Я уже здесь, принцесса. Берегись, негодяй. И подумай над своим поведением. Принцесса, ты спасена. Ты мой герой. Эшли, будь моей женой. Суперкот, наша дочка стала совсем взрослой. Эшли, вау! Это было великолепно. Мама, папа, как хорошо, что вы здесь. Знакомьтесь, это Майкл, и мы скоро поженимся. Тренировка – лучшее начало дня. Это уже не для меня. Леди Баг, я всегда рядом. Ты это видела? Подойдем поближе. Привет, лисичка. Эй, ты куда? Подожди нас. Мама, папа, что с вами? Вы ушли. Я буду скучать. И никогда вас не забуду. Вы навсегда в моем сердце.